благоприятен для людей, родившихся в годы лошади, овцы, обезьяны и курицы. В этот день задуманные дела будут решаться легко. Хорошо в этот день писать научные труды, трактаты, учиться и постигать науку, открывать вклад в банке, почитать хозяина огня, строить печь, дом, ставить закваску, шить и кроить одежду для мирных дел. Неблагоприятен день для людей, родившихся в годы тигра и кролика. Не стоит в этот день строить дуган, субурган, начинать стройку, покупать и продавать вещи, устраиваться на работу, нанимать сиделку, работников, покупать домашних животных. Стрижка волос – к внезапному заболеванию, отправляться в дорогу – к плохим вестям.